Уже сейчас здесь на ваших глазах будет проект преображения. Мы будем и Мариночки. Марина, иди сюда. Мы будем, вот Мариночка, вот она у нас красотка, мы будем ее преображать, посмотрите, да, вот так она выглядит, и в конце вы посмотрите, какая она будет красотка. Марина, ты волнуешься? Немножко волнуюсь, да. Да. Потому что для меня интрига вообще, что будет, я не представляю. Ну, ты в руках профессионалов, поэтому не волнуйся, все будет хорошо. Очень интересно. Сейчас присутствуете на удивительном проекте «Преображение». И вот видите, Мариночка, это моя подписчица, и сейчас мы будем ее преображать. А в конце вы увидите, какой красоткой она выйдет из салона. Очень-очень. Кто скажет, что мне 80 лет? Да что вы? Вы правда 80 лет? 73. Ну зачем вы прибавляете? Очень. Прямо. Так это ж я, так? Да, чудесная стрелочка. Покрутитесь, пожалуйста, немножечко так покажите нам. Нет, ой, чудесно, чудесно. Михаил, вы волшебник. Да, Александр. Ой, Александр, вы волшебник. Все равно волшебник. Спасибо большое. Татьяна Васильевна, вы первый раз пришли в этом сюда, да, к Александру? Да, впервые. Покрутитесь по рекомендации. Да. Покрутитесь, пожалуйста, потрясающе. Вот, ну, повертите, чтобы мы посмотрели вас. Очень. Стрижечка вам прямо очень идет. Красотка. Ну, опасно садиться в метро теперь, просто опасно. Хорошего дня вам. Спасибо вам тоже. То сейчас люди там с этим, с свечкой там бегают. Видишь, вот, да? Значит, какой-нибудь в Испании.
Так, 15 минут, вот тайм. Температура такая, да? Да. Средняя, да? Александр, вы хотели нам что-то объяснить, да? Я просто хотел Марке сказать, что понимаете, какая история? Если мы, например, делаем короче затылок, что мы делаем с вами? Мы с вами обрубаем вам, как бы сказать, вся линия архитектуры стрижки приходит, и с лицом это будет не очень сочетаться, да? То есть или уже тогда совсем или коротко делать, да? Вот сейчас очень хороший баланс. Я просто не от того, что подслушал, я просто смотрел и думаю. Знаете, вы всегда, если захотите, вы сможете к нам прийти, и мы вам сделаем другую форму, другой затылок. Просто вот... Вот в этой форме, вот в этой концепции лучше остаться так. Вы будете делать себе какую-то там, может быть, какую-то вообще взъерошенную укладку, может классическую. То есть здесь очень много всяких вариантов, да? Очень хорошо всегда, знаете, как рассеется взгляд, когда мы делаем немножко асимметричные движения. Вот это асимметричная челка, там, ну что-то, ухо открыто или пупок. Сразу взгляд рассеивается и кажется, что как будто макияж или еще что-то. Здесь вот можно, но, как бы сказать, концепции, вот то, что Леня упоминает, здесь просто у него все продумано. Да? То есть определенная графика вот в этом. Ну, понятно. Да, то есть вы, ну, как сказать, не жадничайте, походите так, да? А потом, как интересно, иметь длинные волосы, из них еще что-то сделать. То есть это получится, что мы с вами из одной стрижки сделали три стрижки, три формы. Вот. Спасибо, что послушали. Здравствуйте. А что вы сделали с бровками? Скажите, пожалуйста. Коррекцию. И окраску, это у нас, Алин, что, хна или краска? Это краска. Это вот обычная краска. Прям естественно, да? Да, вот, да, да, да. Причем поближе. По-разному Алина делает на самом деле, действительно. Сейчас к лету может сделали естественно. Да, ну потому что черный было бы... Ну, да, что да, это да, было да. Бы... Сейчас потеплее и более естественно. Да, очень хорошо. У вас свои, да, бровки? Ну, свои достаточно густые, поэтому... Да. Но и гуще, и больше. То есть я постоянно специально к Алине хожу, чтобы она на самом деле вот мне подняла глаза. То есть мне можно было бы и блефаропластику делать, но она пока справляется. Очень естественно смотрится, прям замечательно. Очень вы красивая. Леонид, это что вы сейчас делаете? Тонирование, да? А до этого было? До этого было мытье и маска. Специальная маска, восстанавливающая как раз-таки после милирования и побалансирования. Когда блон делаем, тоже она так очень хорошо питает и восстанавливает волосы. В общем, Марин, 33 удовольствия. Ты балдеешь? Я расслабилась. Да, конечно. Ну, то есть здесь максимальное вот сохранение, да, конечно, волоса? Максимальное сохранение качества волоса. Помимо того, что мы обесвечивали, и получается их еще после мытья шампунем еще прошли с масочкой. Марин, мы тебе завидуем. Имею в виду. Сама себе завидую. Сама себе завидуешь, да. Вот видишь как. Алиночка, что вы сейчас будете делать? Расскажите, пожалуйста. Вы специалист по бровям, да? Да, ну, сегодня видно. Мы сделаем коррекцию бровей, покрашивание бровей и окрашивание ресниц. Ага, вот так. Коррекция бровей. Да, совсем бледненькие, практически не видно, да? Дорогие друзья, вы как раз меня спрашивали, вот как ухаживать за бровями. Покажите, пожалуйста. И вот сейчас мы посмотрим, как Алина, специалист по бровям. Бровист называется, да, Алина? Да. Бровист будет восстанавливать брови Марине.
Потому что, Марина, у тебя их совсем не видно. Да. Да, да, сказала Марина. Все, что осталось от былой красоты. Все, что осталось. Сейчас мы посмотрим, сможет ли Алина нам восстановить какие-то... Думаю, что сможет. Посмотрите, как. Мы можем даже полюбоваться, какие красивые брови у самой Алины. Ну, посмотрите, какие красивые бровки у Алины. Так, вот. Алиночка, скажи, что ты делаешь? Сначала мы отрисуем эскиз, по которому будем дальше работать. Так, ага, чуть погромче. Сюда. Эскиз рисуем, да? Угу. Эскиз. Видите как, дорогие друзья? Рисуем эскиз. С Марией согласуем эту форму. Угу. И после уже будем красить и корректировать. Да. Верхнюю линию мы трогать не будем, угу. Просто почистим и все. Нам в первую очередь нужно облегчить верхнюю треть и приоткрыть глазки. Поэтому мы будем работать именно с нижней линией. Вообще у нас Марина очень красивая женщина. Немножечко чуть-чуть добавить. Вот. В чем особенность Марины, Алина? Ну, те брови, которые мы будем сегодня делать, я не хочу делать каких-то четких линий. Угу. Мы будем делать наоборот, максимально легкие и воздушные. Угу. Чтобы облегчить взгляд. Коррекцию мы будем делать в три этапа. Сначала уберем основную часть воском, дальше дочистим пинцетом и нитью. Ого. Сначала воском, потом пинцетом, потом нитью. Да. Сейчас вперед. Рома, сядем, смотрим вперед. Угу. Уже поярче, уже даже поярче. Молодочка. Алиночка, что ты делаешь сейчас? Сейчас мы корректируем воском. Угу. Лишний, да? Да. Как раз мы сделали наш эскиз, и все, что не входит в нашу форму, мы будем убирать. Угу. Обязательно натягиваем кожу. Угу. Поэтому он хочет сегодня еще привести, спросить, ну, конечно, вот, он хочет, значит, он хочет шишки подъехать, такая парковка, вот, он шишки хочет, да, приехать, это будет, значит, клавиши и сколько под клавиши? Что там? Давай, чтобы я не была этим, потому что вот так ты устроил, парень очень доволен, остался какого там, не знаю уж, как он там все носил, или вообще ничего не носил. Ну, в общем, Сашу там тем более понимают, уже вообще они понимают, что... У нас второй этап, да, Алиночка? Да, по форме, по линии нашей мы дочищаем пинцетом. Пинцетиком. Теперь мы
Теперь мы остатки пуха по форме дочищаем ниткой. Благодаря этому наша форма будет дольше носиться. Марина, тебе не больно? Нет, вообще. Тот тонкий пух, который есть, ни воск, ни остро заточенный пинцет, ну просто не захватить. Да. Только вот ниточка, да? Да. Если работать только нитью, это достаточно болезненно. Угу. Все-таки основную часть я люблю воском убирать, чтобы, ну, больше для комфорта. Ага. А вот а уже в самом конце начистить. Сейчас мы обработаем кожу после коррекции. Так, мы сейчас будем красить, да, брови? Да. Угу. Специальная краска для бровей. Но я смотрю, не черная, а? Нет. Мы смешали три цвета. Ага. Наша основа – это светло-коричневый. Добавили классического коричневого и графит. Угу. Потому что типаж, да, да, Марины? Да, да. Чистим форму. Леночка, что ты делаешь сейчас? Сейчас мы просто почищаем форму, угу. Потому что кожа у нас тоже, мы ее тонируем, угу. И мне нужно, чтобы краска идеально ровно везде лежала, угу. Чтобы идеально ровные чистые линии были. Да, дома так не сделаешь, конечно. Алиночка, а что сейчас мы делаем? Сначала мы делаем чуть поспокойнее, его мы смываем пораньше. Ага, ага. Вот, поскольку у нас здесь с самого начала чуть погуще, мы его побольше убрали. Здесь у нас волосков меньше, оно, если мы одинаково смоем, оно будет светлее. Ага, ну, то есть... Соответственно, мы чуть-чуть дольше держим. Чтобы... Это уже специфика. Ну, Марии, это да, это индивидуально. Ага. Thank you.
Леонид, что вы рекомендуете вот Марине для такого типа волос? Ну, во-первых, с учетом, что мы сделали стрижку, ага, нужно какое-нибудь средство прикорневое для объема. Ага, для объема какой-то. Угу. Потому что волос тонкий, угу, а стрижка как бы нуждается в объеме на макушке, на теменной части. Угу. А, и какой-нибудь, помимо кондиционера, какой-нибудь несмываемый эффект, ага, для обеспечивает, чтобы качество волоса оставалось всегда, угу, в хорошем состоянии, не жалеет и вообще. Какой-нибудь питательный, просечение, ломкости, сухости, уходовый получается, ага, но чтобы хорошо расчесывалось, не цепляло вам, чтобы качество волоса оставалось в нормальном состоянии. Потому что все-таки у меня две рядочки. Угу. Леонид, скажите, сколько лет вы уже в этой профессии? 19,5 лет. 19,5 лет. Это была ваша мечта? Да, всегда говорил с длинными волосами. Thank you.
Алиночка, Алиночка сейчас нас прикроет. И мы приступаем к макияжу, да? С первым этапом это будет подготовка лица. Uh-huh. Это очищение, тонизация, обязательно уходовый крем. Uh-huh. Такой арсенал. Uh-huh. Начнем с мицеллярной воды. Uh-huh. Это что мы сейчас делаем? Наносим увлажняющий крем. Ага, увлажняющий крем. Уже нет, потому что много работы уже. В воскресенье можно я переслать позже, посмотрю, там тоже, кстати, так плотно достаточно. А главное, выровняться. Все равно какой-то зритель. Ну, сложно. Да, особенно если в профсообществе. Но для клиентов я не даже все. Серьезно все? Конечно. Конечно, мы не вылезаем, скорее всего, от нас. Несколько психологов, логопедов, все это называли. Покажу я в разные более красивые. Бывает, часто куплю что-то себе очень хорошее, настолько хорошее, что то все едет в рабочую косметичку. Ну вот, дорогие друзья, узнаете ли вы нашу Марину? Мариночка, ты себя узнаешь? Не совсем. С трудом, да? Да. Тебе нравится новый образ? Очень нравится. Я довольна. Угу. Красотка, ну красавица.
хочу, чтобы я в перчатках. Не будет. Причем каждый день. Потому что я забыла.